Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ, продолжаем с вами проходить Wolfenstein Youngblood, не удивляйтесь, что вы видите кассету, я снова чуть-чуть переиграл вчерашний уровень, но не до конца еще нашел кассету, поэтому слушать уже я буду вместе с вами. Я просто не стал записывать там, где повтор, ну зачем лишний раз на эту фигню тратить время, погнали. Я вам переведу, как обычно, когда начнется песня. Местное диско. У нас 8 очков навыков. Ты королева, а я шут. Я смешу тебя, а ты пробуждаешь во мне любовь. Если я заставлю тебя влюбиться, стану ли я твоим королем? Если ты рассмешишь меня, станешь ли моей королевой? Жизнь нынче омерзительна, а небеса темны, но шут и королева смогут возвратить солнце. И вся песня. Потрясающе. Сейчас послушаем песню и прокачаем оружие. Интересная, да, песня? Голосов вообще не слышно. Глубинные смыслы. Все, погнали, погнали, погнали. Так, у нас Лазеркрафтверк, стандарт. Так, ну, конечно, мы его улучшим, конечно. 673 есть, чё? Ничего себе, ценник. Так, персонаж, сила. Чё это у нас? Тут у нас рывок, да, был вроде как? Маскировка медленнее расходует энергию. А это что? Доступно на набрасываться. Сокрушение. Так. 5 навыков. Вы можете набрасываться на врагов легкой броней и прокидывать их на землю, нанося урон. А в чем прикол? Я не понимаю. Эта способность окутана тайной. Хорошо, допустим. Двойной урон при сокрушении. Но почему этот навык такой дорогой? 5. Не знаю. Так, ладно. Что это у нас? Ну, дальность сигнала не критична совершенно. Это мы сделали. Здесь. Больше брони. 3. 2. Так, ум, мышцы. Пояс для ножей. Так, вот это мы сделаем. Так, тут у нас. Вы можете носить в инвентаре тяжелое оружие и улучшать его. Ну, я не знаю. Такое. Сила. 5. Но все-таки я как-то, знаете, медленнее расходую энергию.
Больше брони. Я думаю, что да. Тут коллекционные предметы отображаются на мини-карте. Давайте вот это сделаем, да. Доставая оружие из инвентаря, вы всегда получаете его с полным магазином. О-о-о. Ну чё, неплохо, неплохо. Итак, друзья мои, двигаемся дальше. 100 монет. 100 монет, 100 монет, 100 монет. Это чё, лифт? О, поехали. Только вчера мы с вами по лестнице, по-моему, поднимались, да? Да, по лестнице. Штормгевер. Погоди, сейчас я приду. Родственница. Я уж не помню, мы сюда с вами вчера приходили. Я думаю, да. Я думаю, да, потому что, скорее всего, здесь все линейно. Солдат, что ли? Что тут у нас? О, мы же увеличили с вами количество гранат. Я не хочу пока сюда идти. Мы с ним разберемся. Вот, ручная граната. Прекрасно, прекрасно, да. Ну-ка, пойдемте вот сюда, поднимемся. Посмотрим, что здесь. Мы вот эту дверь с вами вчера открыли. Ну, тогда нет, тогда идем вниз. Там повоюем, да-да-да-да-да. Мы должны там повоевать. Это будет вот так. И вот так. Это Панцерхундер, да? Молодец, сестра. Я займусь Панцерхундером. Давай. Че, он припрется сюда, нет? А, так мы его подорвали даже. Свали в туман. Родственница, ты слишком быстро подошла к нему. Понимаешь, так никто не делает. Я только, знаете, что не понял? Он что, сам себя отхиливает, что ли? Нет, он сам себя не отхиливает. Происходит, я не пойму. И что, что он 37 уровня? Не, меня не устраивает это. А если вот так? Вот. И все. Панцерхундер. Или Панцерхунд, как он там называется правильно. Ну, вообще-то мы прокачали эту обилку на поиск, на сбор большего количества брони, но я что-то пока не вижу этого. Облутать облутали, но... Что-то как-то кисло. Ну, давай, чё. Я, кстати, так и не понял, почему мы так долго его сносили. Панцерхундера этого. Что у нас там? Патроны мы нашли. Это что у нас? Киловатт-часы. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Граната, граната. О, 6 гранат. Прекрасно. Просто великолепно. Полный боезапас? Получается, что мы с вами просто ураганом промчались по локации, по вот этой... Ну, видимо, да. Вы так похожи на отца. Да. Я очень вами горжусь. Что ж, бейте нацистов и дальше, девочки. Не нравится мне эта баба.
Помните, да, руж-то у нас у всех хороши. Да ёлки-палки. Чё тут надо? Дизель. Дизель-крафтверк. А это куда подъем? О. Открывай. Это интересно. Так. А всего-то надо было вчера пройти чуть-чуть. Брудер 2 открыто. Ну нормально, чё. А мы просто сразу пошли наверх. Вот и все. Ладно. Уговорила игра. Тут. Так, хорошо, вскрыли. Ну, если что, можно будет быстро вернуться в этот... в катакомбы. Что здесь? Я считаю, что это уныние. Ну-ка, я рассчитывал на большее. Такое чувство, будто папа втайне от нас жил второй жизнью. Думаю, мама тоже шифровалась. А что, у нас я нет? Я заглянула в ее дневник. Ого-го. А что, у нас на штурмвегере больше нет фонарика? Интересно. Вот это прям очень интересно. Ну-ка. Значит, недоступно. Все доступно. Если правильно прыгнуть. Мне очень не нравится, что у нас нету этого. Как они называются? Киловатт часов для нашего лазер-крафтверка. Открыли ворота. Войти что в четвертую зону для политзаключенных? Покинуть уровень. Подожди пока. Мы наверх пойдем. И меня безмерно печалит, что у меня нету здесь фонарика. А он был. Или там у меня был какой-то другой прицел. Я не буду это крушить. Потому что... у нас нету зарядов. А там тяжелый солдат. Вот что плохо. Что это? А теперь мне надо вспомнить, мы сюда как вообще попали. Ага, вот они, трупы нацистов. Как-то ж отсюда, да? О, как. Интересно. И где здесь подъем на этаж был? Я уже забыл. Какой я молодец. У меня просто слов нет. Слова есть, я пошутил. Тут ничего. Ну пойдемте, пойдемте. Вот она, та самая жёлтенькая дверь. Это мы в Брудер идем сейчас. Пойму. Видимо, да. Там что у нас по заданию? И что, и куда мы идем? Вот главный зал башни. Это похоже на гараж. А тут что? Ага. Ребята тусят, понятно. Это что? Умно очередное. Ну, мне нужно понять масштабы предстоящего насилия. Что, звук опять пропадает? Игра.
точно не по зубам. Да. Нам не хватает уровня. А тогда мне непонятно, почему мне его показывает войти в Брудер 3. Я не понимаю. Я не понимаю. Главный зал башни, и что? Какой у нас должен быть уровень? Чё за бред? Мне кто-нибудь объяснит, какой у нас должен быть главный уровень? Они намного выше нас. Соответственно, в главном зале это будет бой. И с учетом того, что у нас уровень не кокосовый, мы эпично все профукаем. Ну, пойдемте тогда прокачиваться, а что делать? Опять же, почему игра дает нам возможность сюда прийти, но не показывает, какой уровень у нас должен быть? Я не понимаю вот этого. Это очень странно. Да. Ладно, оно, в общем-то, и к лучшему. Так, это лифт, на котором мы приехали. Он уже все, я так понимаю. Нет, он не все. Нам нужно с вами, получается, тогда выйти в четвертую зону для политзаключенных. Да? А, больше ничего. Абсолютно. Ворота где были? Здесь же, да, по-моему? Наверху. Да, ворота были наверху. Убейте, не понял я этого. Вообще не понял. И нам главное, не показывается же допуск, черепа нету. И сколько нам тут долбашить уровень? Это знаете, да, что за ворота? Вспомнили, да? Давай, 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 гуляй, 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 гуляй. Молодец. Что ты ранен? Я расстроен. Не-не-не-не-не-не-не, ты что, с ума сошел? Ну, ты в мои планы вообще не входил. Лашпед. Ну-ка. Вот и все. Вот и все. Круто, Джесс. Ну, спасибо. Это все прекрасно. Вопрос только в другом. Что нам делать? Слушайте, девчата. А, пойдемте минировать. Которого необходимо устранить. Найдите ее и заминируйте. Ладно. Удачи, сестры. Пойдемте, найдем и заминируем. Ясно. Так, это внешняя сторона. Жирный железный чувак там. Значит, мы что сделаем? Ну, пройди. Какой я молодец. А почему не допрыгнул? Давай,
Ваша смерть. Господа. Прекрасно. Молодцы, девчонки. Здесь, по-моему, бронька была, да, где-то? Так, пистолет, пулемет, максимум гранат. Нет, мне это не надо. Мне надо вот это. Давай, родной. Помер, да? Прекрасно. Ой, какая прелесть. Ой, какая прелесть. Прекрасно. Ой, как у меня броньки мало. Сняли? Даш, что ты такой душный? Кто где? Кто где? Наверху. Сейчас я приду. Джесс, ты справишься. Спасибо, Сол. Вот и все. Улетел. Деятель в теплые края. Забираем. Там и так богатеем на монетках. Ну-ка. А какой же уровень для допуска в Brooder 2, интересно мне знать. Добраться. Статуи Гитлера. А где их найти-то? У нас нет других заданий, кстати, больше. Лазеркрафтверк. Так, вот этот коллиматор с фонариком. Вот так. Ну-ка. Что сейчас у нас будет? Давайте посмотрим. Так, Эбби. Не помнишь, Сет рассказывал тебе что-нибудь о Даате Худ? Все, что знал. И о том, что многие тайны до сих пор не раскрыты. Когда-нибудь я этим займусь. Такое под силу только тебе, Эбстер. Да, наверное. Ну, давайте тогда попытаемся найти статуи. Знаю, что еще делать. Звук, ты запарил уже. Чё ты пропадаешь? Интересно, если вот этого перца мы грохнем, сколько нам дадут? Так, это что у нас? А, мы отсюда открыли путь. Все, понятно. Игра нас не обманывала. Что там? Пролазим, да? Где тут выход в дом? Прекрасно. Давай, давай, приходи. Так, статуи Гитлера мы уже две уничтожили, оказывается, из 12. То есть еще понимать, где они. Ну, я думаю, мы с вами дурью будем маяться, а что нам делать еще? Метро где-то здесь же, да, было, да? Если я ничего не путаю, то, по-моему, на Парке Победы... Или Аллея Победы, как она называется. Бульвар Победы. Там были статуи. Девочки, мне так хочется устроить вам экскурсию по старому Парижу. Может, однажды мы с вами отстроим его, да? Наверное. Так, что тут? Все, максимум.
Ну, здесь я не вижу статую. Так, ну-ка, пойдемте в Париж. Который старый или который не старый. Сейчас посмотрим. Так, Бульвар Победы. Район Брудера 3. Север, юг. Маленький Берлин. Нет. Катакомбы. Нет, 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 нет. Так, логистический центр. Туда я не пройду никак. Научный центр, я думаю, там не лучше. Бульвар Победы. Брудер 3 юг, Брудер 3 север. Ага. Давайте начнем с севера. Посмотрим. Если там или нет статуи Гитлера. И заодно будем прокачиваться. А что делать? Чтобы понимать бы, какой там уровень. До этого Брудера. Так. Это у нас Бульвар Победы Север, да? Красно. Сейчас все будет, родственница. Ну-ка. В муках, да? В муках. Помер, и ты помрешь в муках. Полный боезапас. Так, ну, бронька сейчас была, официально подтверждаю. Бронька есть. Ну-ка, ну-ка. Накормили, накормили. Свободен. Вот так, отлично. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Говно не выжило? Конечно, нет. Отдыхай. Разобрались, да. Слушайте, я не понимаю, это тетки. Разрабы. Какой странный баланс. Почему у вас тетки крепче мужиков? Кто где? Откуда летит? Спасибо. Круто, Джесс. Отлично. Так, ну я думаю, это будет вот так. Прекрасно. Я доволен. Хорошо. Хорошо. Все будет хорошо. Ну, здесь статуями Гитлера и не пахнет вообще. Давайте еще раз посмотрим. А может быть, больничка же где-то здесь, да? Может, в больничке будет? Ну-ка. Но это не статуя Гитлера. Какой-то солдат просто. Да, это не статуя Гитлера. Ну-ка. Не-а. Эй, Джесс, если бы сопротивление не загнало нацистов в Европу, такими были бы все города мира. Люди бы восстали. Никто не стал бы такого терпеть. Ну, правда же? Надеюсь, Джесс. Не знаю. Но вот здесь я не помню статую. Поднимись, пожалуйста. Ну-ка. Не вижу я здесь этого. Вообще в упор.
Давайте пойдем на бульвар Победы Юг. Бульвар Победы, да? Или как он там называется? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как обидно, как обидно. Так, там закрыто. Здесь что у нас? Давайте освежим воспоминания. Ну, кто кого-то уже вижу. Давай, 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 давай. Прекрасно. Так, ладно. Нет, это будет вот так, да. Иди отсюда. До свидания. Где-то там. Я иду. Всем бояться. Срезали, великолепно. Пацаны, вы где? Бронька была внушительная, но бестолковая. Все, да, всех порезали, да? Серебряные монеты. Где-где-где? Вот, здесь были. Ну давай, 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 давай. Вот, отлично. Сестра, ты сможешь. Конечно, сможет. Вот и броньку восстановили. Это надо сокрушать, мне кажется. Сколько у нас навыков? Два. Не пойдет. Слишком мало. Что, забрали? Все забрали, да. Ну, даже если у меня было бы богатое воображение, ну, в принципе, у меня достаточно богатое, я не представляю, где здесь можно статую Гитлера заныкать. Серьезно. Пойдемте. Стоп. Чё тут? ТНГ. ТНГ — это неплохо. Это очень неплохо. Здесь мы были. Сейчас еще посмотрим, что тут. Здесь кто-то должен быть, по-моему, в этой комнате. Почему здесь никого нет? Тут же какая-то охрана вроде была. Что за бред? Почему здесь нет охраны? И карта ничего не показывает. Странно. А где все? Погибли, что ли? Ну, по всей видимости, да. Да. Они опять вылезли, что ли? А что там? Все. Ой, как страшно. Ой, как. Это очень такой неоправданный, конечно, расход. Расстрел с крыш.
Расстрел с крыш, да. Ну чё, вы сами захотели. Зря. Так, где-то здесь он там позицию меняет, что ли? Может, здесь. Меняй. Слушайте, я не понимаю, меня эти вши задолбали уже. Вот это ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все, сложили. Сложили. Пойдемте на юг. И все. Видали, от брони вообще ничего не осталось. Просто в упор расстреляли и все. Кто-то тут еще что-то хочет, по-моему, да? Да, только где этот желающий люляшек получить? Непонятно совершенно. Не вижу. Ладно, пойдемте теперь бульвар Победы, юг. Может быть, здесь я проморгал статую? Не знаю. Может быть и так. Бульвар Победы, юг. Сейчас посмотрим, что это. Ну, давайте посмотрим, что это. Ну, понятно, обратная сторона. Где здесь может быть этот статуя Гитлера? Они как-то вообще обозначены на карте? Не знаю. Ладно. Давайте еще другое место посмотрим. Что тут? Забрали. Где? Где карта? Карта где? Здорово. Так, маленький Берлин. А что здесь еще смотреть? За политзаключенных. Все. Ну давайте сюда. Маленький Берлин поедем. Это мы с вами ищем статуи. Вообще непонятно. Кажется, здесь кто-то есть. Будь начеку. Ну, конечно. Вот здесь, я думаю, будет, да. Родственница. Плохо. А чё их резать? Сами порезались. Всё. Панцерхунд развален. Ну здесь, я думаю, сейчас полетит, дроны летать будут. Там солдаты. Это электронные роботы, кто они там? Я займусь робо-солдатом. Родственница, не пугай меня.
промазал. Мы сюда переместимся. Они что-то вот здесь прям кучкуются. Давай, давай, меняй. Родной, тебе ничего не поможет, ты труп, это и труп. Отдыхай. Сейчас беспилотники летать начнут, я чувствую. А это чё? Мёртвые? Мёртвые. Вот такая вот у меня бритва. Здесь открывается это? Нет, она просто закрыта. А я почему-то думал, что сейчас отсюда полетят беспилотники. О-о-о-о-о-о-о, идет. И все. Бюргер, все, Норд, Париж. Мне вот интересно, они вообще откуда взялись? А, друзья, как вы думаете, откуда они взялись? Да, мамуль, не мамуль, сдохни уже. Нет у тебя шансов. Против Кости Сапрыкина. Понимаешь? Нету. Просто нету. А еще красненький мага маячит. Да. Но это не статуя Гитлера, совершенно однозначно. Знаете, мне вот такие задания все-таки непонятны. Ну дайте вы хоть какую-то наводку. Где, че, куда? Нет. Офицер, он готов? Че, тревогу не подняли, что ли? Или не успели? Ты откуда вылез вообще? А, вот откуда? Подобрали, да? Патроны на пистолет, пулемет. Улетел наш робот, горячо любимый. Что там у нас? Еще есть патроны? Да. Зря, я его уже все. Снес. Откуда? Валит туман. Прекрасно, нам чуть осталось до 38 уровня. Закончились солдаты в резерве. Ты что, дурак, что ли? Тем временем у нас уже 38 уровень. Солдаты в резерве закончились. Солдаты в резерве закончились. Все, нету, нету шансов. Просто нету, нету, без вариантов. Не шмогли, понимаете? Не шмогли. А пытались. А пытались. Вот оно как выглядит. То бишь помещение, в принципе, предполагаю, да, к тому, что в них будет статуя. Причем обратите внимание, вот разрушение статуи. Вот что это за разрушение?
девушку. Девчонки, у нацистов намечается собрание недалеко от вас. Проберитесь в конференц-зал и поставьте микрофон. Окей. Попробуем добыть какие-то сведения. Давай, тут уже столько раз всего ставили. Где-то вот здесь. А, ты что ли? Да умри уже, то что такое ходит, важно, понимаете? У него только что всех повырезали, а он ходит, как ни в чем не бывало. Ну, вообще. Итак. Итак. А что, собственно, итак? Пойдемте. Нету никого. Прекрасно. Давай. Спасибо. Тут есть что-то, да. Ой, хорошо. Где-где? С правой стороны, получается. Это кто? Замечательно, я принял сейчас. Ударил по тому, почему нужно. Чтоб, так сказать, не размножались больше. Так, здесь ничего нету? Как нету? Есть. А тут? Нету ничего. 30 метров. Что, обязательно обходить? Что, здесь нет никакого короткого пути? Игра, твое упущение, между прочим. Не понял. Тихо. Все понятно. Сейчас разберемся. Кто там у нас? Мы разнесли все. Так, ребятушки, ну-ка. Все, мясо или еще один? До свидания. Просто до свидания. Вот она, статуя. Я вот про нее думал. Что там? Ты помер? Живой? Ну ладно, это временно. Серьезно? Кот-то. А где он? Я его не вижу. Игра. Почему ты не даешь мне запрыгнуть? Нет, не дает. Высоты не хватает. Ты надоел мне уже. Просто надоел. Каждый раз по одному и тому же пути идем. Я сейчас приду. И как установим прослушку? Так, сейчас. А там, да, это прослушка, да. Снайперский выстрел. И все. Итак. Софи. Ла-ла-ла. Девочки, нацисты уже не в
владеют миром, как чего? Раньше. Но Европа пока под их пятой. Мы вернем Париж, чтобы получить шанс забрать остальное. Un peu le faire. Верни мне топорик. Ну мы это, засчиталось нам, да? Вот это разрушение, вот это я понимаю. Слушайте, мы так увлеклись, так увлеклись. Так, как сюда попасть? Кто-нибудь знает? Я нет. А может и знаю. Здесь все такое привычное, если не считать нацистской хрени. Помнишь, папа рассказывал нам о том, как жили в Америке до революции? Так. Видать, в Европе то же самое. Ну-ка, отсюда мы сможем попасть? Тут есть лестница? Что-нибудь? Нет. Ну-ка. Как-то мы сюда попадали. Я уж, мы же как-то по этим балконам лазили с вами. Нет, так мы не попадем никуда совершенно точно. А что если так? Ну подними. Ну поднимись. Не хочет? Так, а ну-ка. Я заметила там кое-что интересное. Ща. Запрыгни. Нет, это слишком низко. Я вот уверен, что тут какая-нибудь лестница есть, которую я не вижу, но я ж как обычно. Я где надо, я где надо. Но. Вот, мы на месте. Так, всем стоять, никому не двигаться. Вот так вот. Ади. Жучок установлен. Молодцы, девчат. Ух ты, неплохо. Короче, помещение, еще раз помещение, иногда улицы, да? Ну, я так думаю, что да. Тут есть что-нибудь? Нет, ничего. Гнида. Вот так будет с каждым. Ну что, перемещаемся. Возвращаемся в катакомбы. И серию закончим. Можно это быстрее все делать, видите, оказывается. Нам здесь больше никто ничего не даст. Мне вот интересно, а если мы вернемся туда же, там будут эти статуи целехонькие? Знаю, в следующей серии разберемся. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен и Рутуб. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.